Здравствуйте. Представьте, откуда, как вас зовут? Томас Рэпер, немец, живу в России. У меня портал «Антишпигель», где я пишу на немецком. А расскажите, как англоязычные СМИ, ну и, впрочем, западные, вообще освещают войну на Донбассе? Ой, это я могу вам рассказывать. Когда я тут был, я сделал фото, я на фоне больницы. И немецкие СМИ, я про немцев могу говорить, в полном серьезе писали, вот этот рэпер стоит перед больницей, которую разбомбили русские. Но это не были русские, все тут рассказывают и рассказывали, как это было украинцы, как уже когда ушли из города, что они специально стреляли в эту больницу. Так что вот это весь ответ на тот вопрос, как они там освещают. Mm-hmm.